Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Ну что, ребятки? Очень красивый голос, да? Да, классно. Очень красивый тембр голоса, ребятки. Красивая такая манера исполнения, да? Музыка красивая, ребятки. Прям голос такой, знаете, слушать хочется его. Как красиво. Они ведь знают, что это не просто. Красиво. Нравится мне очень энергетика этого трека, да? Очень классно. Смотри, вот картинка, да? Снег идет, написано «Не пиши», да? Вот, понимаете, и такой голос, такой, знаете, заманчивый, да? Такой вальяжный, исполняя. Та-та-та-та. Вот красиво, да, ребятки? Давайте дальше слушать будем, ребят. Я будто бы сталкер, это, сука, аномалия. Не звони тебе, ведь я держу ее за талию. Второй голос, ребят, какой красивый, да? Да, классно поёт. Другой, знаете, у него тембр такой красивый, да? И голос такой чистый, звонкий, тоже очень приятный красивый, голос. Да? Mm-hmm. Ну, только люби, ребятки. Не пиши мне, сука, мне не нужны комментарии. Не варю пельмени, я варю только хинкали. Сука, не пиши мне, ведь ты знаешь, я всегда занят. Она бросила меня, но она не бросит для саны. Нахуй мне тебя, ведь вокруг меня всегда танк. И я буду музло никогда не перестану. Сука, на меня она готова на все. Делает деньги, но похуй на вас. Понял, мой СДС, сука, из глаз. Классный голос, да? Угу. Прям такое исполнение интересное, да? И, знаешь, слова только он интересно говорит, да? Анна-да-да-да-да. И... Да, манера крутая. Манера исполнения интересная. Не пиши на серьезке, мне бог на смысл. Сука, нахуй, а ты не выразишь мысль. Я понимал, это только числа. Сук со мной, она всегда с ней. Чувак, мне бог один зависим. Опять же, от меня все близко. Опять же, от меня релизов. Так, друзья, что скажу? Вот сразу скажу, музыка очень красивая, да, скажи? Да, мне тоже понравилась. Такая, знаешь, классно. Романтическая, да, и вот еще картинка это как-то вот на романтику, да, вот тянет, угу. Да, скажи? Атмосфера а такая голоса, классная. А голоса какие красивые, да, что первый исполнитель очень красиво поет, так, знаешь, спокойно рассказывает свою историю, да, второй голос тоже шикарный. Такой красивый голос, но тембр немножко другой, да. Два голоса. Классно, что голоса разные, да. И так они красиво звучат, да, вот прям дополняют друг друга, скажи, да? Ну, ребятки, о чем? Трек о любви, ребятки. Текст классный, ребятки. В любви такое бывает. Что-то она сделала не то, он говорит, я не пиши мне, ни комментарий, ничего читать не буду. Бывает такое, ребятки. Но вы очень классный трек сделали, ребятки. Мне очень нравится. Нежный такой. Мне тоже романтичный. Да, очень красиво поете, ребятки. Голоса у вас шикарные. Молодцы, ребята. Музыка очень красивая. Все сделали грамотно. Все сделали музыкально. Ребят, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте писать дальше. Талантливые. Да, вы очень талантливые. У вас красивые манеры исполнения, ребятки. Мне, ребята, очень понравилось. С удовольствием вас слушала. Я танцевала, ребятки. Немножко подпевала. Молодцы, друзья. Умницы. Пока, ребятки.